Памятник герою пожарному Аскару Забикулину открыли на его родине в Кукшетау. Скульптура установлена вблизи центральной площади города. На церемонии открытия память огнеборца почтили минуты молчания. Подвиг Аскара – это образец патриотизма, долго и бесстрашие отметил вице-министр по ЧС Бауржан Сыздыков. Напомню, столичный спасатель погиб в ноябре 2022 года при пожаре в жилом комплексе Станы. Рискуя собой, он вывел из пламени троих людей, однако его травмы оказались смертельными. Указом президента Аскар Забикулин посмертно награжден орденом Айбын первой степени.